Галина Гулиева более 10 лет торгует на Белинском рынке, что на Пятерке. Но такого, признается женщина, не видела никогда. Старый большой прилавок руководство рынка снесло. Альтернативой теперь служат вот эти стеллажи посреди павильона. Они теперь и витрина, и склад, без дверей и замков. Это стойки мы на свои деньги купили, и на этой